Астана, улица Бараева. Около 20 гражданских активистов, правозащитников и представителей НПО собрались сегодня выразить протест в связи с крушением российского «Протона» на космодроме Байконур 2 июля. Участники акции возложения ракет сначала подписали петицию к российским властям, затем пришли к воротам посольства требовать встречи с дипломатами. Люди с различными идеологическими взглядами – это участники декабрьских событий 1986 года, экологи, гражданские активисты, политики и правозащитники – собрались у консульства Российской Федерации, чтобы вручить петицию с требованием создать государственную комиссию по ликвидации последствий аварии, возместить экологический и экономический ущерб и закрыть все военно-космические полигоны на территории Казахстана. К пикетчикам вышел представитель российского посольства по фамилии Аверин, который принял петицию и обещал передать документ вышестоящей инстанции. В петиции было три пункта. Первый – создать общественную комиссию. Второй – пока общественная комиссия, значит, не решит вопрос, значит, полеты запретить. И третий – решить вопрос насчет гептила. Поэтому все три вопроса, которые мы требуем, считаем, что на сегодня необходимы, обоснованы, и от этого страдает наша земля. Пришедшие закрепили протестную атрибутику на воротах российского консульства. Это макеты ракет «Протонов» и фотографии детей-инвалидов с приграничных с российскими военными полигонами районов Казахстана. Несколько десятков полицейских, собравшихся у посольства, не стали вмешиваться в происходящее, и через полчаса пикетирующие разошлись.